Rainbow English, рабочая тетрадь, 6 класс, юнит 1 и упражнение 33. Нам нужно написать ответ к вопросам. Do you like traveling? Нравится ли тебе путешествовать? Пишите, конечно, ну, скорее всего, про себя вы должны писать, поэтому это не 100% ответ, и вы, конечно, про себя все что угодно можете другое написать, но, как пример, вот так можно ответить. Yes, запятая, I do. То есть, да, мне нравится. With whom do you usually travel? С кем ты обычно путешествуешь? I usually travel with my parents. Я обычно путешествую с моими родителями. Возможно, вы захотите with my family, с моей семьей. Может быть, with my friends. То есть вариантов тут тоже много. Третье. When do you usually travel? Когда ты обычно путешествуешь? I usually travel in summer. Я обычно путешествую летом. Возможен вариант in winter, зимой. Или же in August, в августе. То есть вот эту концовочку можно спокойно менять. How long are your trips? Насколько долги ваши, твои поездки? My trips are usually 1 or 2 weeks. Мои поездки обычно 1 или 2 недели. То есть вот эту концовку тоже можно заменять. Where are you going next summer? А куда ты собираешься в следующем летом? I'm going to Moscow next summer. Я собираюсь в Москву следующим летом. То есть вместо Москвы можно Сибирь, Крым, там, в общем, любой город другой использовать. What would you like to see and visit? Что бы ты хотел увидеть и посетить? Ну, так как я про Москву выбрала, то буду московские достопримечательности указывать. I would like to see the Kremlin and to visit the History Museum. Я бы хотел увидеть Кремль и посетить исторический музей.